Каспийске на протяжении месяца активно проходят работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации муниципалитета проверяют готовность оборудования и производят обновление систем. Филиал «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения также производит работу по замене труб водоснабжения на улицах Каспийска для улучшения качества подачи воды к ОЗП. По данной улице Гастелло был заменен водопровод от улицы Абдулманапова до улицы Гамзата Садасы. Также установлены колодцы и подключены потребители. На сегодняшний день произведена работа по замене труб на более 10 улицах. Буйнакского, Ермака, Фрунзе, Афгангородок, Мичурино, Тимирязево и Радищево. А также планируется колоссальный объем работы по центральным сетям. Замена задвижек насосов, установлены насосы на водочистных сооружениях. Два новых насоса на первом подъеме, D200-1000, ну два насоса. Отметим, что работы проводятся совместно с подрядными организациями, которые в дальнейшем приведут участки, на которых проходила замена труб, в надлежащее состояние.